Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл, фамилия моя Рыбасов. Я нахожусь сейчас в Бангкоке. Время около 3 часов. Ну вот так вот выглядит Бангкок, почти в центре. Какие-то машины здесь тоже ездят. Какая наша цель сейчас этой прогулки? Цель — это пойти сходить в 7-Eleven и что-нибудь покушать. Это один из любимых моих магазинов. На самом деле это самый любимый магазин. Еще Family Mart. Но именно из такого формата я тащусь больше всего. Периодически вот там вверху, где есть 7-Eleven, есть Гекко, тусуются. Ну, в данном конкретной 7 их нет. Вообще этот, вот именно конкретно этот 7, он не очень кайфовый. Во-первых, тут не грязно. Обычно всегда можно выйти из 7, купить себе что-нибудь покушать, тут же сесть на ступеньках и так далее. Всегда сотрудники 7 напидоривают, но можно сейчас видеть, что здесь выглядит явно не сексуально. Трэш там такой. Ну, кто любит трэш, это, друзья, для вас. Что-то капает, столб электрический, а тут что-то капает. Ну вот, в общем, таким образом это все работает. Давайте сейчас попробуем зайти. 7-Eleven. И что-нибудь здесь интересненького снять, вообще посмотреть, какие цены у нас. Так, ну я вообще хочу купить себе булочку какую-нибудь. В натуре. А, кстати, смотрите, прикол. Можно тут покупать лед. Да, у нас в России, например, лед не продает. Стоит, по-моему, 20. Многие из России думают, что там с ним, ну, грубо говоря, лед сделан, там, я не знаю, вырублен из озера. Сам специальные заводы делают по изготовлению этих вещей. Так, ну вот тут всякие промоушены у нас есть. Что тут интересного? Шоколадки, шмоколадки, стенды, ну, конечно, бич-пакеты всякие интересные. Ну, вот, можете посмотреть на цену. Раньше был 1:1. Например, домжарочка за 15 рублей. Ну, сейчас уже курс 1,7, то есть умножаем на 1,7 и получаем реальный курс. Да, сколько что там у нас стоит. Ну, вот тут всякие, что еще есть, приколюшки. Ну, как обычно во всех магазинах, туалетная бумага, всякие моющие средства здесь есть, можно купить. В общем, 7-Eleven на все случаи жизни, можно чипсы, снеки купить. Все, смотрите, относительно дешево, недорого. Можно там за 20 рублей себе решение найти. Ну, это получается рублей 32. Можно подешевле, можно там супер дискаунт какой-нибудь еще найти. Ну, вот здесь сейчас я не вижу, но обычно бывает там какой-нибудь супер трэш, но неймовский очень дешево стоит. Рис даже вот этот можно купить, целую тонну этого риса и так далее. Ну вот, кстати, такие приколюшки всякие рыбные, у нас в России их нет. Ну, когда-нибудь открою, покажу, как будет настроение, куплю что-нибудь, покажу, как это можно кушать. И чем бобы, вот, кстати, очень крутая штука. Ай, да, тоже, да, очень интересная тема. В общем, много, конечно, по каждому продукту, на самом деле, можно делать обзор, потому что многое, что есть у нас, а много чего вообще такого подобного нет. Ну, холодосики всегда, вот, смотрите, вода стоит 7 бат, у нас редко, когда такое решение есть, 7 умножить на 1,7, ну, что-то, наверное, порядка 12 рублей. Раньше было 7 рублей, представляете, как дешево было раньше. Сейчас, конечно, не так уже. Вот если этот чай уже рублей по 32, наверное, у нас что-нибудь рублей 50 будет стоить в России. Ну а Pepsi уже, наверное, сравнялась. У нас, в принципе, рублей за 40, наверное, можно. Ну хотя нет, за 25 рублей где попробуешь Coca-Cola Zero купить? Ну вот тут тоже по 10 будет, видите, всякие дешманские есть решения. А баночки у нас, баночка, ну там по 14 рублей, здесь тоже такая. Пивасик. Алкоголь у них тоже, видите, продается, как и у нас в России, определенное время, да, определенное время продается алкоголь. Но на острове Самуи, а мы сейчас не на острове Самуи, в Бангкоке, но на острове Самуи всем на это плевать. Грубо говоря, в Бангкоке, да, этому могут придерживаться. Но я, кстати, не тестировал, не смотрел, но, скорее всего, в других регионах это. Вот у нас есть чай. Ты чай будешь? О, давай я вот эту шоколадочку себе куплю. Ну, смотрите, как это все готовится. На чуть поменьше, я большой не хочу. Прямо так вот нажимаешь. Оп, это тебе все наливается. Наливается. Чуть-чуть оставляем. Почему? Потому что мы, хоп, лед. Чик себе насыпали как по кайфу. Отлично. Где-то еще должна быть трубочка.
Или на кассе, по-моему, может даже на кассе мне дадут, чтобы удобнее было пить. Ну вот тут чай можно себе заваривать. Бомжарку прям здесь сразу можно себе заваривать. Очень все круто. То есть кофейку можно попить, бомжарочки. Прям можно сразу, выходя из этого магазина, пообедать. Ну вот тоже тут куча готовой еды. Молоко и так далее, и так далее. То есть много разных приколюхов есть у нас. Которые тут же в этой микроволновке разогреваются, либо вот так вот. То есть магазин вроде маленький, но на самом деле можно очень вкусно поесть. Даже иногда, знаешь, на рынке бывает, вот тут сосиски можно показать себе, чтобы нарезали. Они там есть на стенде, на сосиски, чтобы разогреть. Давайте я себе возьму вот такую сосисочку. Вот такую сосиску, сейчас мы будем ее разогревать. Так. Капунка, вот она сразу она взяла у нас на разогрев. Тут всякие разные промоушены есть интересные. А вот еще, кстати, моя любимая булочка, я вам покажу, из-за которой я 20 кг, наверное, ко мне прилипла. Вот такая булочка. Pen Pineapple Apple Pen. No. Да. Что-то она там замечание мне какое-то дает, крышечку. А, надо было в другую, да? Sorry. Вот она мне досыпала. Видимо, не тот стаканчик я взял, но долго не был. Слишком в Таиланде. И вот такую мне еще приколюшечку мне нравится брать. А, не, вот банана. Банана. Тихо.